Японцы всегда славились своей дисциплиной, выдержкой и порядком. В чем же их секрет? В философии кайдзен. Впервые ее начали использовать в компании Toyota. Именно поэтому у них такие хорошие машины. Японцы увидели, что в жизни существует 7 видов потерь, которые отнимают у нас время, деньги и силы. Но кайдзен, или бережливые технологии, меч самурая, который способен победить потери. Сегодня многие российские предприятия внедряют кайдзен, и они ищут сотрудников, разбирающихся в бережливых технологиях. Но кайдзен может быть полезным и простому школьнику. Он поможет тебе организовать дела, получить больше свободного времени, пригодится не только в учебе, но и на будущей работе.